Стамбуле на днях завершился Кубок России по тяжелой атлетике. Выступая в весовой категории до 45 килограммов, жительница Видного, воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва «Олимп» Александра Фурдик одержала уверенную победу. Кубок России по тяжелой атлетике является одним из самых престижных отечественных соревнований. Более 300 именитых спортсменов со всей страны и ближайшего зарубежья приехали в Тулу в спортивный комплекс «Арсенал». Среди атлетов была и воспитанница школы Олимпийского резерва «Олимп», жительница Видного Александра Фурдик. По итогам состязаний она взошла на верхнюю ступеньку победного пьедестала. У меня вес немножко упал перед стартом, поэтому, наверное, тоже дало свой отпечаток. Ну, тем не менее, в толчке все удачно, все три попытки. Да, этому я очень рада. Александра выступала в весовой категории до 45 килограммов, где ей конкуренцию составили несколько опытных спортсменок. Несмотря на это, тяжелоатлетка по сумме подходов показала результат в 150 килограммов, что и обеспечило ей победу. Спортивное начальство высоко оценило выступление Александры. Девчонки выступили неплохо. Значит, особенно хочу отметить Александру Фурдик. Она у нас находилась на тренировочном мероприятии, показывала примерно эти же результаты там, повторила их. Ну, я так и думал, что примерно 150 на сумме соберет. В настоящий момент Александра Фурдик находится на сборах и готовится к очередным соревнованиям. Поздравляем ее и тренера Валерия Бородулина с достойной победой и желаем достигнуть новых спортивных высот.